Здравствуйте, друзья! С вами Рима, канал Рима Кухня Огород. Хочу я вам показать свою скамеечку, которая недавно вот реставрировалась. У нас один край, ножка была подгнившая, и она завалилась на один край. И вот мой супруг Ренат Хазевич, сделал реставрацию этой скамейки. Сделал заново вот эти вот остов, вот эти ножки, на которые она опирается. И вот получилась такая замечательная скамеечка. Покрасили мы ее в цвет палисандр. Это не краска, а вот такое вот покрытие сейчас хорошее. Оно не облупливается, оно как хорошо впитывается. И очень надолго, и очень долго как бы вот этот цвет не выгорает. И хорошо входит как бы вот этот состав в структуру дерева. В общем, у нас теперь палисандровая скамеечка. Вот в том году сделал супруг вот эти вот три куба для цветов. Вот они. Этот вот куб сделан с особой любовью в виде колодца. Давно он хотел вот сделать, попробовать. И был как раз вот немного материала вот такого вот бруса. Тоненький, 8 на 8 или 10 на 10, не помню уже. И вот из этого бруса он сделал вот как в виде колодца. Вот. А эти вот два куба, они вот просто сделаны из досок. По-моему, толщина здесь 5 сантиметров, 50 миллиметров, в общем. В общем, вот такая красота у нас получилась. Это вот та римаджента, про которую я вам уже делала ролик. Здесь вот у меня посажена бархотка. Сейчас цвет, что-то как-то цвет не могу, резкость. Ну, вот так вроде ничего. Вот. Вот в виде колодца. Вот это куб. Скамеечка. Третий куб. Ну вот общая панорама с этой стороны. И наша палисандровая скамеечка. Такое красивое название. И цвет так очень приятный, коричневый. Заодно покажу нашу баню. Как Ренат Хазевич оформил с этой стороны. Он коллекционирует у нас вот такие старинные предметы. И вот он сюда их закрепил. Это вот коромысло, ухват печной, доска, стиральная волна, ну и колесо. А с этой стороны у меня растут лилии. Это вот царские кудри. Просто лилии вот здесь вот. Это лилия такая желтого цвета с коричневой середкой. Дальше вот здесь у нас виноград посадили в том году. Здесь прикопали мы вот гортензии. Моей дочке давала одна приятельница. Там маленькие корешочки были гортензии. Вот мы ее так вот прикопали пока. Потом, может быть, куда-то пересадим. Ну, здесь вот бархотки. Бархотки я сажаю часто и не по одной пучком сажаю. Вот они. Что касается предметов старины, вот у нас здесь еще такая керосиновая лампа. Мы ее забрали из деревни, ее хотели выкинуть. Ренат сказал, нет, это как бы память о бабушке, прабабушке. И забрали мы эту лампу себе сюда, повесили вот в беседку. Ну, естественно, мы этой лампой не пользуемся. Вот она просто как напоминание про бабушек наших. Вернее всего, Рената. Ну вот на такой красивой ноте я закончу свой репортаж. Всем до свидания, пока-пока, хорошего дня. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кому понравилось. Всем удачного дня, до свидания.